Фасмофобия, но у меня есть только одна минута, чтобы определить тип призрака. Значит, слушайте меня внимательно сейчас. Я поставил пресет на обычный уровень сложности, на профессиональный уровень сложности. То есть перед кошмаром все эти дисплеи есть, все вот это вот есть. Я сейчас забегаю, ничего не трогаю, вообще ничего, никаких предметов не беру. Беру только вот благовонию с собой, вот эту вот штуку. Сразу же сходу юзаю, короче, проклятый предмет. У меня есть охота, я... По этой охоте пытаюсь понять, что за призрак. Если есть минусовая, я улики не выключал, то я увижу, может быть, эту минусовую, если мне повезет. Так, проклятый предмет здесь у нас. Значит, все. Я юзаю. Слишком уж плохо я играю в эту игру. Я не слышал. Он где-то далеко, походу. Слишком плохо я играю в эту игру, поэтому нужно мне как-то немножко учиться. В общем-то, для чего я вот это все сейчас и буду делать? Так, а где я могу прятаться-то, блядь? Здесь я не могу. Так. Обычная скорость. Не знаю, сколько я игр сыграю. В общем-то, после этой охоты я сразу же сваливаю нахер. Обычная скорость. Он подвальный? Окей, он подвальный. Я не знаю, где я могу прятаться. Он, кстати говоря, ускоряется. Так, юзаем эту хуйню. Прячемся. Ну, в смысле, благовонию. Я надеюсь. Я надеюсь, он глупенький. Окей. Сразу сваливаем. Как бы мы просто сваливаем. Все. Это все время, что у меня, в общем-то, было. Кстати, время не... А, таймер, в принципе, так. Хорошо, хорошо. Значит, это не Ревенант, это не Диоген, не Тае, не Марой, наверное. Потому что, смотри, сколько у меня рассудок. Рассудок достаточно низкий, да. Это... не знаю даже кто, потому что он был подвальный. Может быть, это была бы и минусовая температура. Я не знаю. Окей, это не Джин, потому что он ускорялся. Джин, по-моему, ускоряется только когда это... когда электричество включено и ускоряется до прям нормальных таких скоростей. Это может быть кто угодно. Это не близнецы, я думаю. Думаю, это не Ханту. Потому что, да, он был бы медленным. То есть это может кто угодно быть из вот этих. А тут как бы, ну, типа... Но это не Фантом. И вроде бы это не Они, наверное, да? Потому что, типа, ну, предметы раскидывал. Ну, предмет он вроде бы не супер сильно раскидывал. Кто это может быть? Может, Йокай? Мне кажется... Ой, подожди, точнее, не Йокай, а кто там? Мюлинг? Подожди, Мюлинг тихий? Мне кажется, что это Мюлинг, потому что, по-моему, он был достаточно тихим. Да, издает звуки, Мюлинг будет себя вести тише. Мне кажется, это Мюлинг, потому что я его еле слышал реально. Да, мне кажется, может быть, это Мюлинг. Короче, погнали, Мюлинг. Не знаю, сколько игр я сыграю, но сколько-то сыграю. В общем, принцип, я думаю, вы поняли. Мне кажется, это поможет мне немножко подтянуть скилл и более внимательным быть. И кто это был? Анрё. Это был Анрё. Угу. Я проебался, это был не Мюлинг, Мюлинг все-таки громче. Да, единственное изменение, которое я сделал, это я сделал, чтобы предметы сохранялись, потому что у меня, извините, не бесконечное количество денег. Погнали следующую игру. Единственное, что как мне угадывать призрака, если я вдруг сдохну? Вот в чем вопрос. Так, давайте сразу откроем вот эту штуку. Беру, значит, фонарик, погнали, пошел процесс. Открываем, смотрим, значит, шкатулка. Шкатулка есть? Нету. Шкатулка самая моя нелюбимая вообще, потому что, типа, ну, ага, кидается предметами, активничает. Может быть, Тае, может быть, Полтергейст. Так. Выключатель света здесь, все отлично. Доска Уиджи или кукла Вуду, что это? Это, блядь, это что, опять кукла Вуду? Серьезно? Какого хера они так часто попадаются? Так, кидается предметами очень часто. Угу. Дверь потрогал. Это, подожди, это не кукла Вуду. А что это? Стоп. Так, стоп. А, зеркало. Зеркало, это зеркало. А, значит, я тогда вот что делаю. Я врубаю здесь свет. Я врубаю здесь свет, чтобы мне маневрировать можно было. Так, я врубаю здесь свет. Здесь я прятаться не могу. Здесь я прятаться могу. В этой комнате я прятаться могу. Могу, окей. А, так. Хорошо, это кухонный призрак, что, в принципе, радует, как бы, немножко. Я здесь могу прятаться. Это просто идеально. Это просто идеально. Выкидываю фонарик здесь. Так, хорошо. Блять, у меня времени нету, но сейчас я быстренько... Это он очень активничает. Так, подожди. Сейчас я быстренько зайду. Ну-ка. Минусовая есть? Минусовая есть? Это, конечно, можно сказать, читерство небольшое, но минусовой вроде бы нету. Хорошо, буду знать просто на всякий случай. Так, разбиваем зеркало, значит, до конца, нахуй. Обычная скорость тоже вроде бы. Пошел в подвал. Нет, это не Мюлинг. Потому что громкий. Вроде бы. Можно тест на Якая сделать.
Или Мюллинг? Нет, он в подвале, да? Тест на ЕКЭ. В смысле, блядь? Блядь, какой нахуй? Так. Окей. Окей, 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 окей. Я не думаю, что это Якай. Я не думаю, что это, значит, ни Мюллинг, ни Йокай, ни Диоген, ни Тая, блядь, сложные призраки. Может быть, Радзю, я не уверен, я не знаю, ни Ханту, ни Близнецы, ни Джин, наверное. Вроде бы Маргал тоже нормально, ни Они, ни Анрё. Блядь, какой же я невнимательный, вот это просто шок. И кто? Ни Морой, да, кстати. Это дичь. Ну, тень, блядь, я не знаю, типа, тень, почему тень, хуй его знает. Тут чисто на шару получается, потому что, а что? Я не знаю, я поставлю Радзю, потому что мне показалось, что он очень сильно ускорился, когда ближе ко мне подошел. Типа, это было как будто необычное ускорение, я не знаю, какое-то. Как будто он от моего фонарика ускорился, хуй его знает. Что-то типа того. Ну, просто, ну тут как бы чисто на шару, но не знаю, реально, кто это был. Попытаюсь. Это был Гарё. Угу. Ну, то есть, обычная скорость тут, в принципе, тоже по охоте не понять. Ну, и я ошибся по поводу того, что это не Полтергейст и не Тае. То есть, я глупый. Вот. Блин. Но тут, ну, я не знаю, но правда ради. Типа, здесь, мне кажется, даже и, ну, с таким челленджем даже и опытные люди, ну, как бы, Гарё вряд ли выяснили бы вот так вот сразу. Потому что это достаточно сложно. Типа, по одной охоте вот так просто. Так, все, погнали, значит, хорошо. Пожалуйста, не будь шкатулка. Вот зеркало было офигенно. Еще лучше было бы, если бы это были... Ну, карты Таро это жестко тоже, типа, это хрень вообще полная. Так, это не зеркало. Он опять кухонный. Окей, он опять у нас на кухне. Это не кукла Вуду. Я включу здесь. Так, подожди, щиток у нас не здесь, щиток у нас в подвале. Окей, это может быть круг, либо... Это круг. Хорошо, это круг. Угу, окей, ладно. Блять, это плохо, кстати, что это крюк. Круг. Я включу единственное, что сейчас, вот секундочку, вот так все, чтобы было просто. Дай мне успеть зажечь, пожалуйста, все мои штуки, потому что они любят начинать охоту до того, как я зажгу последнюю вот эту хрень. Закрываем, тихо. Тихий, очень тихий, да? Мюллинг. Мюллинг, 100%. 100% Мюллинг, отвечаю. Где я могу прятаться, кстати? Тут могу. Отвечаю, Мюллинг. Отвечаю, Мюллинг. Потому что очень тихий, вы слышите? Слышно было тарелки, как кидают на кухне. При этом шаги еле слышно. Отвечаю, Мюллинг. Если не Мюллинг, то, блядь, то не знаю. Хотел пошутить, но такое произносить на Ютубе нельзя. Я бы кое-что с собой сделал, но такое нельзя произносить на Ютубе. Ну, я не про это, что многие могут подумать, но... Короче, это Мюллинг. Либо Мимик. Но мне кажется, Мюллинг. Давай, хоть раз. Давай, давай, дубасим. Итак, это, внимание... Что? Я что, тупой? Блять, это было пиздец как легко, но я тупой. А почему мне показалось, что он очень тихий? Подожди, блядь, с моими наушниками что-то не так. Сейчас даже обидно, честно говоря, стало. Ревенант? Я его очень легко мог понять. То есть, просто я не слышал, чтобы он был таким медленным прям. Блять, ну, я дебил. Ревенант очень медленно, когда ходит просто. Я думал, это шаги просто очень тихие, типа. Вот этот перерыв, типа, блять. Что? Ладно. Прикол. Что, шкатулка, блядь, в этот раз? Нет, не шкатулка. Чего нахуй? Блядь, я сжёг эту хуйню, поэтому... Ладно, посрать, посрать, сжёг так сжёг. Окей, он здесь? Он здесь. Это не карты Таро. Похуй, я все равно, я продолжаю. Потому что, ну, сжёг и сжёг, пошел в жопу. Все равно, блядь, сказано, сделано все. Пацан сказал, пацан сделал. Погнали, нахуй. Где я могу прятаться? Я могу в подвале спрятаться? Я не знаю, где я буду прятаться, если, блядь, если этот дебил быстро. Я могу в подвале спрятаться, окей. Я вот что.
Обычная скорость. Ну, обычная скорость. Ну, блядь, ну вот... Ну, вот прям обычная. Я поставлю, что это они. Почему? Объясню. Иди нахуй, блядь. Что? Вот поэтому, именно поэтому. Они очень часто эти гост-ивенты делают. Я вначале испугался, подумал, что это демон, что он сразу же охоту начал. Типа, они очень часто гост-ивенты делают. Я ставлю, что это они. Просто ставлю, что это они. Вот и все. Реально, да. Он очень часто гост-ивенты делает, я не знаю. Я положусь на это свое знание. Это, конечно, ну, то есть, но, ну, как бы, понятное дело, что это не факт. Вот если вы в игре встретите такое, это не доказывает 100%, что это они. Это был фантом, как вот и сейчас. Я мог, блять, но я зассал из подвала выходить. Его тоже можно было вычислить благодаря тому, что он моргает намного реже других. Это был вот фантом, пиздец. Но, то есть, как видите, да, не факт, потому... То есть, сейчас просто в таких условиях, как бы, я ни на что больше не могу полагаться. Кроме как вот этой всей херни. Так, ладно, погнали. Хоть раз-то я, блять, угадаю, мне интересно. Я не знаю, какая это игра по счету. Но это прикольно, потому что, типа, быстрые такие игры прям... Кайфово. Так, ладно. Здесь я не могу прятаться, окей. Музыкальная шкатулка? Нет. Может, здесь я могу прятаться? Было бы, конечно, не очень прикольно. Блять, здесь могу прятаться. Ладно. Хорошо. Хорошо, что это? Не зеркало, не карты Таро. Карты Таро. Это карты Таро. Окей. Я включу лишь свет и, в принципе, все. Не знаю, где он. Мне не нравится, что это карты Таро, потому что, ну, типа, блять. Ну, типа, если мне выпадет сейчас там этот хэнгмен. Привет. Окей. Бывает. Походу, он в подвале. Хорошо. Ну, точнее, ничего хорошего. Ну, как бы... Я положу здесь благовоние. Возьму карту Таро. Он в подвале, да. Он в подвале, но я в подвале могу прятаться, поэтому хорошо. Так, ну-ка. Ой, в подвале. В гараже, в смысле. Так, окей. Первая карта. Сейчас с ума сходим. Окей. Окей, колесо фортуны. Нормально. Бывает. В принципе, у меня уже сжегся рассудок, поэтому я мог бы и прекратить. Но я же сказал, что я буду юзать сразу же проклятый предмет. Опять обычная скорость, походу. Полтергейст. Полтергейст, потому что швыряется вон, блядь, как. Как ёбнутый просто. Так, мансуем. Да, полтергейст, потому что ни райдю, ни хуем бомбю, ни вот это вот все. Или не полтергейст. Не, полтергейст. Мне кажется, полтергейст, потому что швыряется как бешеный. Сваливаем. Ух, жесть, пожалуйста, хотя бы раз я, может быть, угадаю. Давай, да, вот пока я не угадаю, вот такое условие еще добавим. Пока я не угадаю, я не прекращу играть. Сейчас видос растянется просто на, блядь, час, я не знаю, так. Я не поставил, кстати говоря, где там полтергейст. Вот полтергейст. Ну, если я сейчас угадаю, то я все равно еще как бы пару каток сыграю. Но если я сейчас не угадаю... Типа швырялся просто очень сильно... Мимик. Походу, мимик, который копировал полтергейста. Опять-таки, было бы сейчас несколько охот, было бы легко угадать, потому что он бы... Ну, чисто по поведению, без улик. Он бы, потому что был, ну, как бы этого того. Да, он по-другому бы себя вел во время охоты. Но вот... Так, подожди, это не то, что я хотел сделать. Погнали. Жесть, 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 жесть. Если я сейчас, короче, угадываю, то я еще играю. А если я сейчас не угадываю, и то тогда со следующей игры, начиная, как бы, пока не угадаю, не прекращаю играть. Так, блядь, почему я не включаю свет? Ну, я не включаю нигде свет. Кукловоду? Нет, не кукловоду. Здесь могу прятаться? Где-то швыряется? Здесь могу прятаться. Просто идеально. Окей, так, походу, призыв круг. Ладно. Или доска Уиджи. Блять, это доска Уиджи. Окей, хорошо. А, блять, а как я? Ладно. Спущусь без света. Нормально. Надо было сначала как бы включить питание, блять, а потом уже выпендриваться. Берем, значит, доску. Ну и погнали. Я могу, знаешь, что спросить у него? Типа... Ты молодой? 25. Угу. А сколько тебе лет? Дай мне знак.
Ой, блядь, хуйню какую-то. Какая твоя комната? Какая твоя любимая комната? Угу. Сколько тебе лет? Понял? Окей. Все еще 25. Обычная скорость. Опять обычная скорость, да ебаный ты в рот. Не мюлинг. Приветики. Блять, фантом что ли? Мне показалось, что... Что? Это что, блять? Это демон, походу. Или кто? Подожди. Блять, я уже испугался нахуй. Подумал опять. Подожди, демон, да? У меня сейчас очень-очень жесткая ситуация. Это может быть не демон, потому что, по-моему, есть еще кто-то. Я не помню, то ли они, то ли джин, то ли кто, кто может вот так вот тоже начинать сразу охоту. И я вообще не уверен, может ли демон так делать. Может, вообще любой из них может так делать. Но я не могу... То есть, по сути, здесь две охоты было, но я, блядь, вы сами видели. Типа, как бы это. Я как бы не особо-то этого того. Это горём. Это горём, блядь. Что? Блять, подожди, Горё, типа, может начинать охоту сразу после того, как прошла проклятая охота? Бля, сколько всего мне еще надо учить об этой игре, я не знаю. Ну, может быть, нет, может быть, я сейчас хуйню полную сморозил. Просто, типа, чё? Мне показалось, ну, типа, мне казалось, что демон вот такой вот бешеный, что, блядь, охотится каждую секунду. Но демон может раннюю охоту начинать, то есть, вот, про такую охоту, типа, не факт, да? Так, это не музыкальная шкатулка снова, я здесь могу прятаться, здесь не могу. Это карты? Нет, это не зеркало. А это карты, да. Так, ладно, хорошо. Я врубаю свет. Здесь щиток, это просто шикарно. Это просто шикарно. Я вот сюда ложу штуку. Так, и включу свет еще на кухне. И вот здесь. Погнали за картами. Правда, блядь, а где я могу еще прятаться? Там я могу прятаться, здесь я не могу прятаться. Тут надо закрыть. Там я могу прятаться. Подожди, вот тут вот. Тут я не могу прятаться. Окей, придется бежать далеко. Далеко, пиздец как. Это не они. Хорошо. Это не они. Блять, он заебал. Да ну. Ревенант? Или кто? Ебать! Ревенант. Это ревенант. Это ревенант. Вот сейчас. Это ревенант, это ревенант, это ревенант. Это ревенант. Пизда. Я обосрался. Я в очень невыгодной позиции был. Я в очень плохой позиции был. Я обосрался. В прямом смысле, да. Это ревенант. За исключением того, что если это мимик, который копировал ревенанта, но... Мимик. Иди нахуй, мимик. Это ревенант.
Пожалуйста. Давай, давай, да? А? Да, это Ревенант. О, ну, бля, мне этот челлендж понравился. Я думаю, что я еще его запишу. А, блядь, я вышел из игры. А, нет, не вышел из игры. В общем, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.